Капуки-кануки. Привет! Знаешь, что это? Тачка! У нее, как у машин, 4 колеса. 1, 2, 3, 4. А чтобы удобно было ее возить, здесь есть ручка. Бип-бип! Бип-бип! Поехали за машинками, положим их в тачку и отвезем гулять. Бип-бип! Машинки! Тук-тук-тук! Это их гараж. Кто с нами на прогулку? Йо! Экскаватор! Йо! Бульдозер! А это кто? Погрузчик! А трактора вы берете? Конечно, берем! А еще берем симпатичных маленьких грузовичков. Как много машинок! Давай их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Мы идем гулять. Какая хорошая погода! Кататься, кататься! Мы едем кататься! Сначала я покатаю машинки в тачке, а потом на горке! На горке? А где горка? Горку я сделаю из своего мотоцикла. Смотрите. И... Та-дам! Та-дам! Я заезжаю! Следующий едет погрузчик. Ой, я боюсь, 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 боюсь! Не бойся! Давай я буду тебя держать. Так не боюсь! Не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь! Не испугался! Припаркуем погрузчик. Кто у нас остался? Экскаватор. Толкай! Я поехал! Ой! Ничего страшного! Отряхнем песок и будем играть дальше! Я буду копать! Насыпай песок мне в кузов! Хорошо! Я хочу еще раз прокатиться с горки. Пусть тебя поднимет башенный кран. Давай прицепим его получше. Кран, поднимай трактор, а я пока приготовлю раковину, чтобы помыть мои машинки. Я лечу! Я летающий трактор! Вниз, вниз, вниз! Вниз, пожалуйста! Ой, ой, развернулись, развернулись! О! Два, один, я поехал! Ой, я весь
в песке. Все машинки в песке. Мы же играли в песочнице. Сейчас всех помоем водой. Вот еще вода. И еще. Спасибо, машинки. Закрываем раковину. Кто первый мыться? Я! У меня все глаза в песке. Ничего не вижу. Включаем кран. Теперь я вижу. Ой, и куда помоем? Чистый грузовик. Теперь я. Чистый погрузчик. Экскаватор и трактор тоже чистые. Ой, а я сюда не влезаю. Ой. Бульдозер, тебе повезло. Ты будешь принимать ванну. Нырять не боишься? Три, два, один. Ныряю! Мойся как следует. Колесики. Ковш. Отлично. Все мои машинки чистые. А ты не забываешь мыть игрушки после того, как приносишь их домой с прогулки? Напиши мне об этом и смотри другие видео приложение Капуки-Кануки. Пока! Капуки-Кануки. Привет! Хорошая погода, правда? Моим машинкам Мокас пора гулять. Автовозы! Привезете их на улицу? У меня два автовоза. Голубой и зеленый. Закроем дверь их гаража. Поехали за Мокасами! Бип-бип! Бип-бип! Автовозы едут! Бип-бип! Зеленый, ты кто? Гру, ты ведешь себя невежливо. Нужно сказать здравствуйте. Давайте знакомиться. Я люблю знакомиться. Подождите. Вот так вежливо. Я Гру, сильный грузовик. Теперь я знакомлюсь. Нет, я первый. Не догонишь, не догонишь. Догоню. Опять ругаются. Это Крей и Экс. Первый автовоз загружен. Теперь заезжайте сюда. Гру. Гру.
такая ловкая? Ой, мокасов должно быть 5. 1, 2, 3, 4. Кого-то не хватает. Кто-то хихикает. Точно. Посмотрим. Баси в песочнице! Мы идем! Быстрее, автовозы! А мы едем, мы едем! У нас колеса! А Маша идет, значит идем! Хватит ругаться! У меня настроение портится! Действительно, когда кто-то ругается, у всех портится настроение! Мы больше не будем! Ой, я забыла про Баси. Давайте быстрее трансформируем мокусов в рабочие машины. Где мой крюк? Где мой ковш? Где они могут быть? В зеленом автовозе? Пусто. Может быть, Баси их взял? Пусто. А под самолетом? Баси ничего не брал. На себе. Марта собирается в поход. Оп. Все самое нужное. Ты видел, кто взял твою стрелу? Лаки? Посмотрим, что у него в рюкзаке. Все самое необходимое для похода. Яблоки, печенье, памперсы, водичка, бутылочка. Очень нужно в походе, чтобы не проголодаться. Я согласна. Но зачем тебе ковш, отвал, стрела с крюком и кузов? Это наше. Извините. Все готовы? Трансформация. Грузовик. Экскаватор. Автокран. Були, вези нам ведро. Хватит! Проверим. Утрамбую песок. Еще чуть-чуть нужно досыпать. Трусы! У горы лопата побольше. Отлично! Спасибо, Гру! Пожалуйста. Переворачивай! Я постучу! А я переверну. Сейчас сделаем тебе из него гараж.
задним ходом. Правда? Очень красиво получилось. Хорошо, что мои машинки Мокос вовремя вышли на прогулку. Ты тоже можешь поиграть с ними на улице. Или посмотреть мультик «Машинки Мокос». До новых встреч! Пока!